А теперь важно добыть еще одно. И кто-то его обязательно добудет. Спешит Умарк. Обыгрывает Томаша Загорну. Два броска. Ликин. Ты просто космос. Евгений Аликин сражался тут уже в одиночестве против Линуса Умарка, который здорово ускорился. Очень легко лишил возможности контролировать шайбу Томаша Загорну. Ну, Загорна даже до шайбы не добрался. Бросок, второй бросок. Здорово все делал Умарк. Просто потрясающе подцепил там, немножко подбил в клюшку, да, Томашу Загорне. И два броска нанес Аликин на чеку.